Волжской реке под названием Волга живет небольшая рыба по имени Вобла. И хоть на первый взгляд она безобидна, все далеко не так просто и очевидно. Помимо того, что Вобла весьма некрасива, данная рыба отлично идет под пиво. И провоцируя этим его потребление, влечет обыдление русского населения. Еще эта тварь челюстями, орудуя прочными, питается малоподвижными беспозвоночными, существенно сокращая их популяции, иными словами, уничтожая как нацию. Короче, от этой воблы все зло на планете. Рушатся семьи, страдают невинные дети. И пользуясь тем, что у нас в стране демократия, давайте скажем все вместе, сестры и братья: нет вобли, нет вобли, нет отвратительной вобли. Хватит жевать сопли и потакать вобли. Пришло время действовать, если не мы, то кто, бля? Нельзя закрывать глаза на такое злодейство, ведь наша держава ведет военные действия. А сраная вобла вот так изнутри нам гадит. Такое терпеть невозможно, достало, хватит. Давайте на миг отвлечемся от спецоперации и обратимся к лидеру нашей нации. То, что творится, недопустимо и подло. Немедленно остановите ужасную воблу. Нет войне, ой, вобле. Нет вобле, нет омерзительной вобле. Нет выхода ни одного, блин, пока весь мир не угроблен. Пришло время действовать, если не вы, то кто, блин? Важнее нет ничего, блин, пока весь мир не угроблен. Пришло время действовать, если не вы, то кто, блин? Нет вобли, нет вобли.